Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 387. С вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, обращение Нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение по миру зомбаков. Будем проходить Resident Evil Remake. Ремейк первой части. Кстати, не забываем ставить люба тем, кто не подписался на мой канал. Обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. И вступайте в наши группы «Наши 90-е». И ПК-59. ПК-59 только для жителей Перми пока что. Ну а мы продолжаем. Дом-подсобка. Подсобка дома. Домовая подсобка. Сопка-попка. Ух ты, блин. Наливайте себе кофеечек, чаечек, усаживайтесь поудобней. А мы будем бегать дальше. Так, с ручкой мне, блять, ручка мне не нужна, сука. Я все путаю, кнопки Е теперь. Ой, бля, так. Нахрен ему дай флягу брать тут. Она брызит. Хотя тут зомбаки будут. Ладно, придется дольше бегать, конечно. Ну, что делать? Увы и ах. С нашим вооружением тут вообще полный фарш. Да. Тут спрей еще лежит. Будем как-то выживать. Нам же надо будет к паукам сейчас идти, твою ж медь. Нам не надо дробоган. Ох, ёб твою медь. Ёб твою медь, там пауки же. Ну, на всякий пожар свет возьмем. Так, а сейчас вооружимся. Блять, где там кнопка-то? О. Да, Андрюх, недавно твое видео только смотрел. Ты тоже сидел там, в кнопках путался. Что, у меня этих нет? Ой, блин. Uncharted. Да, кстати, подписывайтесь на канал Андрея опять. Он проходит сейчас в данный момент Uncharted. И недавно закончил оба сценария Resident Evil 2 ремейк. Вот. Контент у него неплохой. И сам он не злой. Если не бить и не злить. Так, и это... Что я хотел сказать? Блин, я уже забыл, что хотел сказать. Бля. О-о-о-о. Нахер. Да ты, блядь. Три патрона ж. Это ж трындец. Сук. Три патрона с дробаша. Нихера себе. Сказал я себе. Опять сейчас эти поджигать, да? Сейчас не помню. Лазик красный, ага. С тремя этими ресничками опять. Красный с тремя ресничками. Надо запомнить, бля. Бля. Быстро пробегаем, да что нахрен отравит меня этой херней. Так, быстрее забираем патроны. Патроны для дробаша. Раньше было всегда по 7 патронов, блядь. Почему-то тут 3 всего. Фу. 6 всего дают. Вот, книгу нашли. Так, о, зеленая. Две реснички. Так, блядь. Где второй-то там? Поползнем второй. Че, блядь, нету второго паука? Вон он. Я его вижу. На нахер. Сейчас мы его пригрохаем. Сидел такой, притаился. Так, прикончили.
Бля, шняги из него мелкие полезли. Мамань была. Пять, шесть, три. Блять, я фестин опять запутался. А я последний поджать через ничку. Оранжевый без этих. Короче, оранжевый, зеленый, красный. 5, 6, 3. Ну да, все. Оранжевый 5, зеленый 6, красный 3. У меня тут даже ключа не было никакого. Полный П. Сколько здесь тут неудобно сделали, в отличие от оригинала. Оригинальный хоп задвинул там и все, и он не мешался. Просто пробегаешь и все. Нет, тут, блядь, надо поставить все. Может, что полезное будет лежать? Нет. Сука. Нет, я не буду туда смотреть, то сейчас пчелка еще вылетит. Пчелка, блядь. Шершень, сука. А что тут Берри... А, Берри же тут нет. Я сейчас как, почему тут Берри не разговаривает? Зрительно тихо. Ни одного зомбака, сука, нет. Ну, про растения мы читали, зажил. Это мы пропустим. Кому надо, тут можно заново перечитать, нажимая на паузу. Че, ванна пустая, что ли? Дверь хлопнула. Вы тоже это слышали, да? Вспомни, ключик некуда деть. Кто хлопнул дверью, блядь? Сейчас проверим сразу же. Уже пришел, как раз подробнее расходуем. Хорошо. Во, пришел. Видите? Ой, тут. Е. Хэдшот. Захотели его. Так, блядь, книга мне сейчас тоже нахер не нужна. Блядь, сейчас буду бегать туда-сюда. Нахрена я флягу эту взял сейчас? Вообще, лишнее место тоже занимает. Будем зомбаков манхэтить как-нибудь. Срывать ничего случилось, нет? Сука, ничего нет. Он вообще как будто не видит. А здесь закрыто. Кашком прибито. Бля, что-то я закружился. Йопс. Йопс.
Открываем дверекс. Кто же там нас ждет? Да никто нас не ждет, блин. Там растение вон живет. Сейчас положим и флягу, и чё? И чё, и чё, и чё, и чё, и чё? А, и книгу. Короче, сторожка, надо посмотреть, что за ключ. От чего он? Ну, первое. Круто, нам куда и надо было. Один разок туда идти туда. Ну, там зомбак будет, по-моему, да, или два. Ну, может, флягу не будем тратить, потому что что надо. Разочек. Зайти только туда. Больше там делать нечего. Сейчас попробуем забаншотить. Угу. Пешник болтается. Патроны для пистолета, блядь. Святая святынь. Дайте мне патроны. Крис, ты че, блядь, не хочешь брать патроны? Крис! Ай, пигаль этот маленький, да, лежит? Карманный, блядь, одновыстрельный. Да. Мы это тоже читали. Ты чё? Ух ты же, еб твою мать, как хорошо-то стало жить-то. Ну, мы используем этот пигаль. Нахрен нам нужен один патрон-то. Сейчас вот выпущу, и этот живет, да? Алкаш. Сейчас. Че, блядь, не будет? Все, ты упал, и все, умер. Сейчас пойдем, я этот пингли сбросим. Почему нельзя вот выбросить тупо? Все равно бы я бы не стал бы его носить. Это там болтается. Хорошо, ну и пусть болтается. Че там, кстати, не стал падать. А, там же есть еще, по-моему, шкафчик. Если он не открывается, тоже маленьким ключом. Там же все маленькими ключами открывается. Повешен вот здесь. Нету здесь? Все, тут нету. А, вот тут стоит, нет, ничего не говорит. Ну да ладно, хер тогда с тобой. Ты думал, там патрон для дробаша, как в оригинале. Ну, нет, так нет. Ничего, ему интересно, сейчас будет там болтаться. Странный он. Так, дробаш тоже пока выложу. У нас пистолет есть. Пока его хватит. Надеюсь. Ну, у меня уж патрон для дробаша накопилось, это хорошо. Ну, блядь, патрон для дробаша-то накопилось. Знаем мы, когда пойдем обратно, какие ребятки появятся. Вот там-то дробаш-то у меня и полетит. Будет песенка гражданской обороны. Винтовка это праздник, все летит в пизду. Винтовка это праздник, все летит в пизду. А, вот дробовик это праздник. Пиздец контору.
Много лишней беготни. Закрыться вот тут даже больше. Главное, что место у него меньше, но видите, как еще и сама беготня добавилась лишняя. Там ключик этот взять, туда побежать. Так, бля. Толкай. Пошли, тумба-юмба. 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 Там по воде он может бегать, а здесь он переплыть не может. Ух. Крис спрятался. Тумба-юмба. Ура, нам дали доступ. Бля, травку бы вот. О, травка. Ну что, надо взять на всякий пожарный тут же. Сейчас. Вот тут, по идее, и сожрали бы Ричарда. За Криса. Но, увы и ах, Ричард у нас умер. Я не нес ему сыворотки. Сейчас быстро, быстро, блядь, быстро бежим. Крис. Прям валим нахер. Здесь акулы еще более кусаются сильнее. Уровень-то увеличен. Поэтому и урон увеличен. Ох, блядь. Ох, кровятина пошла. Сейчас они еще больше взбунтуются. Любят кровь, сука, не любят кровь, они любят кровь. Кровь, кровь, моя грязная кровь, напившись крови моей, дохнет комар. Грязная кровь, откуда чисто ей быть? Ведь 40 лет я каждый вечер в угар, хрен вам. Фух. Как-то мы быстро прибежали, но куснуть-то успели. Поменяли нам пульс. Даже ничего не лежит. Зажил тут хоть какие-то бонусы лежали, блядь. Закрыться ни хера ничего нету. Ты какой-то неудачный, блин. Инструкцию мне прочитать-то, блин. Про масло-то там и про все это. Клапан номер 3. Так, там карта, да? Да нахер она мне нужна. Так, мы знаем, это водяное кольцо. Начинаем веселье. Тревога! Тревога! Обнаружен неизвестный источник давления. Закрываю все двери для обеспечения максимальной безопасности. Теперь масло, да, блин? Блин, все нормально с маслом.
Предел давления достигнут на 30%. Ты не пизди мне. Мне самому страшно. Блять. Самому страшно. Что-то быстро туда. Немедленно активируйте аварийную откачку воды. Так, блядь, немедленно, сука. Немедленно. Крис, блядь, не медлить. Предел давления достигнут на 70%. Нахуя тут сейчас быстро все. Предел давления достигнут на 90%. Блять, я пересрался, ребята. Я пиздец пересрался. Фу, блять. Еще бы один удар, и нам пиздец. Фу, ребят. У меня аж сердце в пятки. Я уже думал, все, трындец нам настал. Ну, патроны, блин, рабочие. Супер. Начинаем обживаться патронами. Это уже хорошо. Ты его высуши. Гидрокостюм, блин. Вот пригодился бы, если пришлось бы сейчас плавать нам. Жариться захотела, да? Что тебе будет? Здесь вам на тебя. Жареная акулка теперь. Все еще и прийти вся не могу после этого. На 90%, блин. Я уж думал, все придется заново все проходить, блин. Thank you.
Да. Весело сегодня было. Да. Чего бы тебе пригодился бы Крис Акваланг? О, как пригодился бы. От акулок-то поплавать. Ребят, на сегодня это все будет. Ой. Сразу же скажу всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрайтер 987. Не забываем ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. И вступайте в наши группы «Наши 90» и «ПК 59». Ну и всем пока-пока, до новых встреч. Let's rock!